Рыбодобывающие компании Сахалина активно принимают участие в обеспечении свежим уловом лосося жителей городских округов. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках достигнутых договоренностей рыбопромышленники выделяют часть своего улова для продажи населению, также и по сниженной цене. Только за месяц по цене на порядок ниже рыночной в островном регионе реализовано уже 62 тонны тихоокеанского лосося. А за последнюю неделю 28 тонн свежевыловленной горбуши доставлено напрямую с моря. При этом розничная цена составила от 78 до 100 рублей. Свежая рыба с промысла, минуя посредников, отправляется в торговые точки для реализации. Отсутствие затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций позволяют реализовывать продукцию по ценам значительно ниже рыночных. Да, должен сказать, что в этом году действительно хорошо налажена торговля свежей рыбой. По сравнению, наверное, с прошлыми годами, есть предприниматели, которые как бы утром пойманную рыбу тут же привозят на рынок. Поэтому только те дни, когда непроходные дни, и только тогда, когда шторм, только вот в эти дни по достаточно приемлемой цене, по 100 рублей за килограмм, даже дешевле продают. Я считаю, что в целом в этом году как бы население рыбой, горбушей, по крайней мере, было обеспечено. Кроме того, сохраняется возможность бесплатного вылова рыбаками-любителями 3 штук горбуши в сутки. Напомним, вылов разрешен с 1 июня на специально выделенных для этого участках морской акватории у побережья Сахалинской области. Они указаны в правилах рыболовства. В Ахе центральный рынок, он, кстати, чуть ли не единственный в области, носит статус муниципального, в этом году хорошо организовал работу по привлечению на свою территорию сельхозпроизводителей. Спрос прежде всего. Есть спрос, есть все предприниматели, которые готовы торговать. Во многом сельскохозяйственный рынок или сельскохозяйственная продукция, те, кто производит свою продукцию, выращивают, несут сегодня на рынок. Поэтому есть предложение, есть спрос, и слава богу, вот как бы идет торговля. Здесь можно купить свежие фрукты, ягоду, местные овощи и многие другие фермерские продукты. Не только из Ахи, но и с юга Сахалина. Несколько дней подряд на площадке рынка стояла автолавка даже из Краснодарского края. Ахинцы смогли купить здесь свежий картофель, яблоки, а также очень вкусные арбузы, выращенные под южным солнцем России.